материальная бочка, поглощенная миром. Выживаем, как может, по приказ командира. Панк-рок, слэм и толпы неформалов. Фестиваль «Сибиризация», который стартовал на территории барнаульского арт-пространства «Спичка», сложно с чем-либо перепутать. Слезы, свет, вода, крики, пустота, вечный платок. В краевой столице фестиваль проходит уже во второй раз. Несмотря на то, что в том году мероприятие принесло убытки, организаторы все же решились попробовать еще раз. Трудности продолжились. Одна из трех сцен отменилась из-за авторских прав. На ней должны были исполнять каверы. Пришлось отменить одну сцену, ну, потому что мы не успели договор с ними заключить. То есть, ну, просто не подумали об этом, а потом уже не успели договор заключить. И вот сейчас уже было как бы поздновато, пришлось нам сцену отменить. Ну, люди запереживали, очевидно, что, типа, не отменяется ли сам фестиваль. Нет, фестиваль не отменяется, все в порядке. Не помешало начало фестиваля и дождливая погода, из-за которой весь Барнаул встал. Как говорится, где застряли немецкие танки, пройдут свободно русские панки. Однако некоторые исполнители все же не выступят на мероприятии из-за личных причин. Несмотря на это, выбор все еще большой. Свыше 30 коллективов, играющих в разных жанрах рока. Разношерстные не только группы, но и слушатели. Ну, кажется, сейчас все только так разогревается, поэтому, ну, посмотрим, что дальше будет. Но, в принципе, впечатление интересное. Вокруг интересные люди всем, достаточно разношерстные. Подростки, деды в футболках гражданской обороны и кожанках. Шикарно. Все категории возрастов собираются. То есть бывает, что на других фестах только взрослые, там только какие-то такие. А здесь вот прям все слои охватывает сам фестиваль. По сравнению с прошлым годом фестиваль значительно улучшился. Например, добавили выставку художников и мастер-класс от барабанщиков. Также главную сцену сделали больше. Первое выступление на ней планируется уже сегодня в 9 часов вечера. Звук хороший, в принципе, все отлично. Ребята молодцы, в том плане, то, что здесь очень талантливые звукорежиссеры. Организация вообще в целом на уровне, нам очень нравится. Завтра выступления на территории арт-пространства «Спичка» начнутся в 14:00. Первые два часа вход на сибиризацию бесплатный. Далее 500 рублей с человека. Среди хедлайнеров будут группы «Борода Бабая» и «Шары». Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.